Тумсо, почему Турция и Грузия не ввели никаких санкций против РФ после начала войны, не закрыли свое небо для РФ, а наоборот увеличили торговлю? Ну, почему это сделала Грузия, я думаю, это понятно. В Грузии во главе этого государства, ну, не официально, а скорее неофициально, находится российский олигарх Бедзина Иванишвили. Вот это, я думаю, все объясняет, почему вообще Грузия в последнее время ведет такую политику необострения своих отношений со своим северным соседом. А почему Турция это не присоединилась? Ну, я думаю, здесь тоже есть некая договоренность между Турцией и Россией, так как они соприкасаются и в Сирии, там тоже есть определенные договоренности, поэтому те не сильно, я думаю, хотят быть вовлеченными в этот конфликт. Но, тем не менее, не надо забывать, что Турция занимает абсолютно проукраинскую позицию, плюс сегодня по российским вооруженным силам работают Байрактары. Поэтому роль Турции, я думаю, здесь очевидна.